обретаем опыт рая. И к этому надо стремиться, чтобы в каждой литургии мы могли более полноценно, более чисто, более искренне входить в это священное пространство. Потому что смысл и цель христианской жизни – это достижение рая здесь, уже сейчас, в жизни. И поэтому не забота о загробной участи должна нас тяготить, не желание каких-то земных благ, хотя и это нам Господь тоже дает, но в первую очередь жажда Царства Божьего. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, то есть праведность, и все остальное вам приложится. Вот если мы устремим свои сердца и помыслы в Царство Божие, в поиску Его, то все остальное приложится и все станет на месте своем. Ну а литургия – это вхождение в это Царство. Литургия – это постепенное вошествие туда, в ту горницу, где Христос со своими учениками преломляет хлеб и делит чашу вина своей крови. Каждый раз, попадая в это пространство, мы должны напоять свое сердце вот этой божественной любовью, чтобы там она жила в нас самих, нас просвещала, нас ночевала, нас укрепляла. И потом, сейчас мы приложимся к Христу и выйдем в мир. Мир, который не знает Бога, мир, который не живет Богом. То, о чем отец Сергий очень часто говорит, что можно знать о Боге, а можно знать Бога. Можно знать, что Бог где-то есть, а можно ощущать Его присутствие. Можно знать, что Бог есть любовь, а можно жить этой любовью и быть этой любовью. И это совсем разные состояния. Мир, который не знает Бога, который мучается вне любви, который ищет какие-то занятия для себя и смыслы, когда единственный смысл вообще всего – это Бог. Подать от жизни, подать от смысла, подать от всего. И этот огонек, который сегодня Господь нам даровал в сердце, он не должен потухнуть. Какие бы ветра ни дули, мы должны им согреваться и им руководиться во тьме. Христос говорит: смотрите, пока свет есть в вас, да, чтобы вам не споткнуться. Пусть вот этот свет, божественный свет, свет божественной любви, его мира, его заботы о нас, пусть он нам светит сегодня, весь день, согревает нас, чтобы наши сердца не были грубыми, чтобы наши глаза видели, а уши наши, чтобы были открыты для слов Христа, для действий. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отрину имени грешного, но общниками обыти святым Твоим сподобил неси. Благодарю тебя, яко имени недостойного причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобил неси. Но, Владыка человека любче, нас ради умеры живы Христы и даровавы нам страшные сия, и животворящее таинство во благодеяние освящение души и телес наших, дашь быть силам небо исцеления души же и тела, в отгнании всякого сопротивного, в просвещении очи сердца моего, в мир душевных моих сил.